Это да. Я помню, в прошлый раз мы заходили, А, то есть. погоди, погоди, погоди. Я меточку по сарай черную поставил, на всякий случай, что забудут про сарай. Вот не соврать бы, то ли на этой, то ли нет, где-то низом я вот так пробегал, пунктиром. Наверное, вру. Очень похоже. На низину там, конечно, не смахивает, что там низина. Там все-таки не здесь. У нас тут надо минимум 2 человека, да, чтобы в Да. То зоне. есть вы почти высаживались, то мы топали вдоль дороги и заходили вот тут вот. Там эти амбарчики. Потом дальше с горы спускались, там дома всякие пятиэтажные, их изи чистить. Репит, слушай, И да, действительно. отсюда вид открывается на весь Откуда, город. откуда? Что за точка? Вот так, если пройти по зеленке. А. Ну там Вот сразу в это. город можно войти, по сути, из зеленки эти. Да. Только и там, конечно, могут встретить, но. Да там вообще вот стояло максимум, там либо одна Не, БМПшка но стояла без пехоты, это всяко либо лучше, один Avenger. чем через все поле идти. Ну, естественно, через поле-то не надо идти. Надо идти хотя бы двойками. Так просто по югу вперед. Разряжены, разряжены. Значит, всех Вообще, положат и все. в идеале бы, кстати, еще не идти, а найти сначала вражеский танк, на И него уничтожить. вывести наш танк в идеале, а потом уже заходить. А давайте так и сделаем. Давайте первую задачу сделаем. Потому что если мы его не уничтожим, нас просто сметут к чертям собачьим, и смысла большого не Спешить будет. нам, Да. сколько у нас времени здесь? А в любом случае, да сколько у нас? В любом случае, если мы его не это самое нейтрализуем, 95 минут. Если мы нейтрализуем, то у нас мало вероятности что-либо сотворить. Да, может Ну, быть, конечно, какая-то да. там бешеная группа из 3 человек, которые Ну, их нас так потом в мало. городе перемочат. Да, нас мало. Давайте тогда отставим миссию вот Вопрос теперь, эту. как мы будем искать его? Искать. Конечно, в У идеале, нас авиация еще есть. Может, она? через сколько-то минут открыта. В идеале, конечно, для поиска нужно по одному человеку в зеленку запускать, На миссии 95 минут. чтобы он слушал. Проставьте эти кавычки. Через 5 минут сушка открывается, судя по Или всему, на здесь. одной. А на сколько это человек? 11, да, где-то 10? Да. Не Да. считая Да, на техники. одной. Не Да. считая Да, на техники. одной будем, чё. Дефолт? Не, напишем, напишем. Там же написано уже. А, альфа Написано, есть да. же, есть, А, ну ну все, окей. все. Давай, давай прикинем, допустим, мы вот из Павлова Так, пойдем, так? Чарли. Да? Все на одной, все на одной. Угу. Нам надо туда как-то добраться и по пути выбросить. В Павлово имеется в виду добраться. Да. Предлагаю добираться не через юг, а через север, через леса. Через леса. Так, а вот смотрите, Failed to start Battle.E, оно само пройдет или нужно вручную Battle.E обновить? Само пройдет. Вот я репит примерно маршрут накидал. Так не нужно там чистить кэш и перезапускать. Нет, ничего не надо. У тебя Есть. failed start battle.ly. Battle, да, fail start battle.ai. И все, и больше ничего не написано. Ну да, потом просто вот это окно закрывается само и все. Возможно, тебе батлу надо как-то обновить. Попробуй переустановить ее там, возможно, в папке с этой, если вдруг есть батла, если пришел. Скачать все файлы вот это батла и кинуть их туда, да? Могу тебе точно сказать. К сожалению, сейчас я тебе не помогу. Да, сейчас уже поздно. Надо было раньше этим заниматься. Не, ну ты можешь пока поковыряться, потому что там Да, бот время еще еще вот. есть, мы там будем ходить. Меня знаешь, вот что парит? Мы-то приедем, а да, ты правильно сказал, а как мы будем распознавать, Где танк? где там, где его искать, да. Мы из этой зеленки же никуда к чертям собачьим не вылезем потом. В принципе, можем, да, через Павлова там перебежать в сторону сарая,
ну, там, через юг, да, там, на гору ветреную. Я думаю, знаешь, что, как мы можем сделать? Олег, Совместить две вещи, два действия. Внутрижение танка и захвата первого квадрата. Как только первый квадрат будет захвачен, эта гадость вылезет. Следовательно, нам надо подготовиться к тому, чтобы захватить квадрат и ждать выхода танка. При этом свой танк желательно не спалив. На самолет вообще занят? Кто-то занимал. Надо, чего? Давай тут. А, хорошо. А что с этой зеленой горой? Да к черту с ней. Она не наша цель. Она нам зачем нужна? Оттуда что? Зеленую в прошлый раз. А, нет, вру. Не, ну что, а что оттуда делать-то будет? Кто мне скажет? Что оттуда могут сделать? Смотри, репит, видишь красную точечку? Ну я вижу, зеленая гора. Оттуда, короче, тогда танк, да, вот, я там выпалил знатно. А там вот сидели в прошлый раз чуваки, и наши кто-то там бегали, и с ними пытались что-то там стреляться. В итоге оттуда, по-моему, выехал даже танк, что-то там. Ну вот, кроме, вот смотри, кроме танка, там оттуда нам ничего не угрожает. Даже снайпер нам оттуда не угрожает. Нет, почему? Типа, если займут, то угрожает вполне. Потому что они ну, кто? В квадратике. Ну, в прошлый раз кто-то занимал. Ну, не в прошлый раз, то есть в один из... На зеленой горе опасность нам только от танка предвидится. Даже от снайпера особо нам ничего не предвидится. Ну, так максимум... у нас первая задача-то какая? Ты говоришь, танк уничтожить. Да. Нам его найти сперва надо. Это единственная у нас в данный момент задача. И только после ну, этого будем уже... Ну, качествовать местность в поисках танка, это будет глупо. Так, а зеленая метка БМП-2 высадка, она что, будет актуальна, нет? Нет. Не, окей. Нет. Давайте его выкуривать как-то, что ли. Одного заслать, да. Пускай там дымовушку бросит, что-нибудь сымитирует. Блин, я хрен знает. Саботаж. Саботаж какой-то, да. Не, можем хитро вообще сделать. Отделение показать, сымитировать атаку и отойти. Причем отойти нормально, отойти. Не просто отойти за камень, а отойти вообще из этого района, граняя Кау и вообще там. Ну, извини меня, только южнее сарая можно отойти более-менее нормально. За гору скрыться. Да. И уйти в зеленку. А то, что западнее стрелка темная, там все в гору будет. При этом оставить наблюдателя, и наблюдатель будет смотреть, какая техника едет, не едет. Потому что все равно она будет выкатываться там. Искать позицию для обстрела и тому подобное. Поэтому и... поймать в сеточку фугас от танка, да? Ну, это уже побочный продукт. Так. Итак, кто возьмет на себя задачу? Скажем так, командовать отделением. Кто будет наблюдателем? Я понял, кого один на один альфа. Красиво. Короче, веселье. Мы там вообще отдельно где-то. Этих наряжалов нету. Давайте просто посмотрим по этому. Сначала у кого что за волынки. Чарли вообще ближнего боя все в основном. Тут там нормальная инфа вот этих вот мой отряд. Там так и было в прошлый раз. Тут РПГ-7 есть у нас, не занято. Это вот надо забирать. Это зовут Привалов, да. Который? Нет, это при отделениях обычной пехоты. Селс пехот. При этом, как бы, то есть, раз мы все на одной частоте, как бы, это нам, наверное, ДВ не сильно нужно. У Эвиджера только 8 ракет. У самолета? Я не знаю, что там за вооружение. Эвиджер. Ну, стандартная комплектуха. Только 8 без призарядки, да? Либо, не знаю, после захода. Нет, там и буксов нет. 8 ракет у меня только. А, у него же Гевенджер еще, да? То есть еще одна техника такая поганая. Один он у них только. И у них еще, по-моему, то ли Стингер, то ли Игл были. Но их не очень много. Да, обычно одной-двух хватает. Ну да, смотря я помню, тогда упадет. Самолет упал, мы подъезжали кто как из зеленки, а еще в зону не входили, самолет уже падал. Поэтому Вествуд, если ты решишь зарашить, не надо. Лучше подожди, когда там расположимся, будет цель тебе, да. Когда да, мы что-то тебе цель знать. Дадим, потому что, ну, самолет на это нужен. У меня и так фристайл. Я не, тебя 5 минут. Мы хотя бы пока... увидим, откуда он стрельнет. Да. Нам нужна инфа. Ладно. За 5 минут доехать еще. Паш, ну что ты думаешь? Часть отделения по синей отправить, часть по темной и, вот, в принципе, вот так вот друг друга прикрывать сторон. Ты имеешь в виду по двузубцу этому или которая там нарисована? Нет, двузубцу с юга, с юга.
А, ну вот с нижней, да, с правого. Да, который... да, да. Ну да, так можно сделать. А кто по черной пойдет? По черной, по идее, надо отправлять спецназ. Да, ближнего, ну, боя. Пойдем, мы тогда, да, пойдем по черной. Окей. А БЕ пойдет попасть. А БМП куда? Но БМП вместе с танком будете совместно действовать. То есть, скорее всего, по черной идти через зеленку. Не по дороге, а через черную танк линию. Полный, топ. Ну, видели мы бойца кого-нибудь туда, посадим. Просто сейчас не надо особо высаживаться, мы ищем танк. Все, это у нас основная задача. Скажем так, будет у нас место сбора где-нибудь. Черный ромбик. Вот там где-нибудь в лесу засядем. Будем ждать и потом расходиться. Так что ли? Чтобы, да, то есть занять позицию, чтобы это... скрытно было, чтобы сильно не видно. Метка мы можем общей. Вообще проехать по зоне, имеется в виду за картой. Как бы это ни звучало странно, но не входя в зону. А Хуман это типа дезинформацию такую сделал, да? Не факт. Ну, он же у нас, по-моему, нет? Нет, он у них. А, ну ладно. Вот, я переделал, чтобы мы в зону не входили, обошли вокруг и все. Окей? Ясно. Ну, а после... что за waypoint 4, waypoint 3, что это такое? Это для себя поставил. Уехать? А кто туда едет? Альфа? Да, вон, мы поставили семиточку. А, ну, в общем, сейчас это, не высовываться. Блин, если вы поедете так... через Погорёвка, у вас же там сожгут сразу всех. Это мы сообразим в леске где-нибудь. Я думаю, нам пока сейчас технику не надо выкатывать никуда. Она просто должна стоять и ждать, чтобы... Хотя, может, кстати, вообще вот так вот, где я сейчас зеленые эти ставлю. Это вот техника зеленая сейчас будет? Да-да-да, это вот где, например, мы пойдем, где-нибудь тут подождем в конце и через зеленочку вон там. Да, как вот это вот. Да, ждите где-то там, не выезжая за бугор, потому что. То есть мы, вас... получается, не доезжая дорогу, вас сворачиваем, да, тогда? Получается, короче, черные налево. Точки накидал, где повороты. А лучше крюк больше сделаем, потому что снаряды из зоны могут вылетать, а танки выезжать не могут. Но снаряды летят. Угу. Ну, лучше обычно они подальше. Там не стреляют. Ну ладно. Можно там тимак, там тимак. Я учитываю. И через зеленку потом. Я и говорю, там тимак, я учитываю все варианты. А, ну они, да, со стороны сосновки могут что-нибудь. Может быть, любой неожиданный шаг. Тем более еще ворон. Ну, это все там. Гремучая смесь. Да. Ну, мы готовы, да? А, да, да. КВшка да. Одна, да? В районе сарая, там вот именно за пригород, не надо особо ссориться. Ищем танк. Короче, любую технику, приоритет танк. Так, нам ну, тоже а по поводу КВшки, смотрите, может быть нам стоит все-таки сделать для Чарли отдельно, Альфа отдельно. Да-да, согласен. ДВшку сейчас тоже начну. Держать. Мины в общий канал. Ты можешь доп-канал просто настроить. А кто умеет настраивать? А он глючит еще. Я написал, окей. Черт. У меня не глючил никогда, в принципе, может быть, сейчас уже начал. Так вообще работал стабильно. Всем здорово. Здорово. Привет. Че, не начали? Все, все готово, нужно. Подождите 3 минуты, я захожу. Ходи, ходи. У нас 5 минут после старта еще будет. Боты не убиваются. Так, ну что, мы готовы, наверное, стартуем. А кто там Хатаб, да? Ты обновление сделал? Да. Да он-то самый дисциплинированный из всех. Ну я просто, чтобы то сейчас еще. Ой, надо обновление. Так, ну все, поехали. Хата, да. Походу, подойдет. Да, частоты скопирует. Так, Тимак Дэймис остался. Дальность, настрой и это самое. Да, и травку выключить можно. Да.
Алло. А, вот оно. Собой, конечно, красиво, но бестолково. Она вообще никакая абсолютно. Да, толку не газонокосилка дает. По всей карте проехала. Интересно, Хатаб к нам зайдет или нет? Тут там же паренек есть. Так, так, сейчас танкистами решим сначала. Так, господа, тут кто у нас на танке хочет как в экипаж пойти еще? А у меня уже есть. О, отлично. А, граната. Впервые. Ёб твою мать! Что это было? Почините меня, слышите, кто санитар? Гранаты не надо выдавать людям. Рейсовское меню еще не работает. Это как просто тогда на миге. Опять не работает? У меня нет. Блин, хреново. Попробуй перезайти за другой слот, совсем другой слот. Вот не работает. У студента не работает. Че не работает? Эйс меня не работает. Паша, прими морфий. Да я уже вкололся. А, окей. Ладно. А, нет. Полностью полечить? Вкалываю, сейчас калюсь. Ты испытываешь слабую боль. Кайфует, да может, я же от медик, этого. Я же, по-моему, медик, насколько я помню. Я сам себя могу лечить, я себе козырный слот взял. Да, я медик. Так, кого полечить? Ты начинаешь. А, что? На частоте, я говорю. Принял. Так, мы, наверное, с техники берем БТР-ку, танк и БМП-шку. Урал не берем, нафиг он. Ну, нам, как самым дальним, надо, наверное, эту БМП-шку, да? БТР-ку. Нет, мы БТР-ку возьмем, да, спецназ возьмем. А, GPS-не есть, хорошо. Ну, я медик, наверное, еду водителем. А Хатаб здесь? Что там, студент подчинился? Все у Петера собираемся. Ствол бы поменять. Сейчас. Или как думаю? Да в принципе не, наверное, на 400 метров уже стреляет, да, вал. Чё? У тебя вал, репит, двух пуль убивает человека. Две пули. И убил. Паша, у меня не работает, у меня есть меню, не рация. Блин. Ну, фор все-таки, да, есть. Понятно. Я не знаю, как отличить. Причем я как бы рацию слышу. Но... А говорить не можешь. Не, я не могу ее настроить. Я вот дефолтные каналы слышу, как бы, а настраивать не могу, да. Понятно. А, ты это, у тебя кнопка тоже не работает, наверное, да? Ну да, скорее всего. Рации сказать. Мишка же не сгорается. Что происходит? Кто-то что-то там стреляет. Вон кто-то пентиум вот этот стреляет. Какой пенсион? Вообще вряд ли мы типа так пойдем, получается, с западом. Чё, Олег, у тебя есть GPS? GPS есть. Чё, отдать? Это самое, направлять просто будешь. Куда там сворачивать? Окей. Давайте уже это, наверное, потихонечку его. Посаживаться. Вот этого надо, наверное, ствол забрать, да? Как-то? Я не успел калашик взять. 74-й. Да, надо РПГ хуй забрать с этого, с Василия. Да. Сейчас. Охренеть. Меня пока этими... Опало как. Пошли. Вообще эпик фейл какой-то. Я без рации, короче, и без эйс-меню. Да ладно, неважно. Мы группой будем плотно идти. Да.
Я такой же. Нормально. Можете пока по ходу попробовать арму перезапустить, там еще что-нибудь. Пока едем, да. Смешно, ну. Ну это не смешно, это реально. Есть на ДБ кто? Только я. Отлично, мы двери. 53, да. Господа, поехали, 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 все. На бетере стрелок есть? Ну ладно, пока не важно. Человек в стриме, в чате пишет, что у него денег нет. Он приходится ему в КС только играть, а так хочет в арму поиграть. Проверка, да? Слышно. Так это было. Как бы нам не пришлось беттер кинуть потом. Скорее всего и кинем. Хотя на нем, кстати, прикольно по дороге влетать в город. Мы его оставим где-нибудь поодаль. Ну да, можно как тогда сделали на это. Был бы велосипед, мы бы его тросиком привязали к велосипеду, чтобы он не шумел. Да-да-да-да, хорошая мысль. Кстати, я что хотел спросить, бывает, что вылетаешь, потом перезаходишь и в тфар не можешь зайти канал. Можно как-то заходить или нет? Да. А релоуд плагинов делаешь в TeamSpeak, и тебя перекидывает. А, все понятно. Спасибо. Что-то это 4000 метров. Дальность FPS что-то не слишком много. Убивай нафиг на трешку. Сейчас проедем на красную зону. А все равно, по-моему, стрелка нету или есть? Стрелка нет. Кто хочет стрелку? Давай я залезу. Тогда я остановлюсь, пока убавлю. Хожу. Сел стрелком, поехали. Все-таки урал взяли. Может дать им залп по яйцам? Интересно, кто там? БЕ, по-моему. Чтоб противник не это, не занял. Блин, а что, нет стабилизации, да, в этой телеге? Нет. Есть. Какая стабилизация? Тут это вообще древние, 70-е. А 5 километров звали. БЕ опять не туда поехали. С БЕ есть связь? Спросите, у них что не делают. А БЕ прием. У них своя, по-моему, они на Альфе сидят. Суки, найдите прием. Да, баран. БЕ на связи, что ли? Вы куда поехали? Подожди, по вейпу, они там типа как мы изначально собирались, нет? Изначально? Не знаю, куда вы собирались. По черным точкам. Мы вообще по черным точкам едем. Удаляйте вейпоинты нафиг. Я удаляю зеленые вп-шки. Я смотрю, там в городе Тимак в общий канал что ли ставит, где мины, где... Дублиры, дублиры. Ну они, может быть, прикалываются, но он дублиры на всякий случай. У меня Типлак, чё за херня? Типлак? Да-да. Чё, продашь что ли? Нет, я хочу Типлак. Нет. А-а-а. Желание. Так, нам направо. А у нас вот по левому борту что за церквушка? Это мы Кабанину, по-моему, или как надо. Кабанину, да. UbiFix поставил на Avenger, он тоже имеет общий канал. Что, это скорее всего не Кабанина. Дублируйте метки, ставьте вот к себе. А, синим. Синим ставьте. На всякий случай проверим потом.
На 5 километров, конечно, дальность красиво смотрится. Шпигель. Так, шпигель нас 190 градусов. Это что у нас за шпиль? Вот это зеленая гора. Один шпиль. Может быть. Зеленая гора. Шпиль это. Слева у нас, да, на борт? Да. Алло, это ее. Слышно. А, да, шпиль на связи. Ты смотри, получается, БЕ, сейчас мы едем со всеми, вилки, да, где вилка, мы идем по синей, атакуем, отходим, и получается... Ребята, вы едете куда, где вилка, вот, там у нас место сбора есть, туда приезжаем, кому непонятно, объясним, что еще делать. Вообще мы ищем там и технику, никакой атаки на город пока не проводим. А мы туда свернули, Паша, мы по черным точкам или нет? На точку сбора, короче, выдвигайтесь через север и обходите там пошише. Да, мы тут за всеми едем нормально. Нет, рано свернул. А чё, у тебя GPS-ина нет? Не смотришь? Да всё у меня есть. Всё есть, а ты вот ничем не пользуешься. Враг государства. Ну, покататься хочет, я вас катать по Чернорусии хочу. Да, побольше. 35-80. По... это ты выбор, да, и свернул раньше. Да, ага, да. Понял. Да, не надо было здесь точку ставить. Ребят, просто. Там кто в этой ставьте, это самое. Мы находимся в общий канал. Тоже отслеживать. Блин, клавиатура, наверное, чистить ее. Стали залипать кнопки. Я, наверное, пил сладкий. Да нифига ничего не проливал, они там недавно чистил, потому что она просто это. Я ее как разбираю, как сам корпус мою, без электроники. Ну и там, там где кнопки контакты, шлейф же идет к основному кабелю. Ну тут шлейф этот, видимо, перетирается, там контактики такие напыленные, металлизированные. Вот они, скорее всего, теряют. Диодные мостики. Ну, да. Не они, конечно, но блин. Я просто не этот. Я тоже. Вот тут старая клавиатура у меня есть. Правда, она у бабушки там на компе на старом. Там все реально, то есть по хардкору. Кабель, провод. Припаян сразу на плату с контактами. Ничего не сотрется. Скажи, что там кнопки не под резинкой, а клацают. Ну, обычно, да, эти клацают, но нормально. Это че? Знаешь, какие сейчас дорогие эти клавы? Механические. Да. Так она и работает до сих пор, и ничего не делается. Пойду щеку плесну. Так, куплена она была, наверное. Лет, наверное, 10 назад. Местоположение там обновляйте. Метку не обязательно заново ставить, за нее можно схватить и перетащить ее. Это касается последней своей метки. Вы представляете, если мы еще выиграем? Так, здесь надо повернуть. Что сказать, не рановато ли? Ну, точка стоит же черная. Вообще она неправильно, конечно, стоит, но ладно. Линии там нету. Линию тогда. А, понял, я опять не там поставил. Какой же я стекло. Это та дорога? Да, по всей видимости, да. Да. А этот Урал видно, там едет вообще за нами, да? Гляну. Ну, со спины не вижу. А связь с ним есть? Урал, дорогой, ты за нами? За нами, за кого-то за нами.
Ну, мы вас просто не видим, потеряли из виду. За Бэха едем. А, за Бэха едете? А Бэха за вами, собственно. Ну, ее тоже, конечно, не видим, ну ладно, буду верить. Да, верим. Так, домик. Тут, по-моему, с эта дорога, да, вон да, да, прям. Уже все, вот. Так, азимут мне держать, надо где-то осматривать на сто. Так, ну все, мы сейчас мы поворачиваем. И в лес. По грибы. Скоро начнутся нано-обходы за картой. Там ждать, наверное, тоже. Вот, хотя так далеко-то ничего. Не. Я уже решил перестраховаться после этого, после секретного груза. Там, где мы выехали из Артега, помнишь? Вернее. На Урале, ну я понял. Да. Я понял. Веселый Уральчик. Угу. Так, студент смог починить или не смог? Как смотрите на кого? Айс. А, принял, принял. Метку на танк дали. Дали метку на танк. Паш, по ДВ попробуй передать там это нашей техники. А у тебя ДВ нет? Нет, у меня, говорит, я через короткую волну настроил. Че я тебе, брат, сюда ору? Да, на ДВ есть кто прием? Чего-чего? А, там метку на танк дали. А, на карте посмотрел. Да, я вижу. В козловке. Слушай, а у нас воздух же, воздух может отработать. Вествуд, если ты меня слышишь, можешь попробовать отработать этот танк, если хочешь. Только аккуратно. Только над городом, чтоб не пролетал. Понял? Я его даже в короткую слышал. Ну, принимать-то ты будешь слышать, а передать ты до него не достанешь через коробку. Да нет, я его плохо слышал. Очень плохо. Наверное, как и Паша. Но у меня ДТВ? Да, у тебя... побьет. Ну мы сейчас в низине где-то в какой-то жопе мира едем. Походу. Mm-hmm. Че, я могу на карте написать, в смысле, это атаку разрешаю, воздух. Ну да, напиши, напиши. Студент, ты пробовал перезапускать арму? Нет, нет. То есть ты перезаходить только пробовал, да? Mm-hmm. Понятно. Ну я сейчас после этой миски попробую. Да, нет, там она не. Надо когда остановимся, тогда перезаходить. В движение нельзя? Ну я не знаю, у меня ни в это вас, ни в прошлое воскресенье. Короче, воскресенье назад, на когда этот красный став надо было зачищать. Во время движения на бэтере, сидя на броне, меня выкинуло, я перезашел. А, ну понятно. Я перезашел, у меня бота нету, вообще ни в спектатор не зайти, ничего, я обиделся и ушел. Не, а получается мест нету, бота, они, ботов нету, они удаляются или что? Ну, даже это бот упал с брони, он падает с брони, когда нет, сидишь, ну, на броне. Я согласен, пусть так, а я даже в спектатор просто наблюдателем не смог дойти, потому что не было свободного слота, и мне как бы кнопочка ОК неактивная была. Понятно. Ну, сбросил бы кого-нибудь. Каким образом? Ну, не знаю, положи сервер. Не, я не умею. Пора учиться. Дос атаку. Паша, ты меня научишь? Обязательно. Меня уже досили. Ты же говорил, что ты один тянешь сервер. Ну вот я тебе, ты меня научишь, я тебе помогу сервер все оттянуть. Че там Вест? Не знаю. На гору выскочишь, может это связь будет, да. Поговорить попробуем, так пообщаемся. А есть кто на ДВ? Самолет есть, есть на ДВ? Самолет не знаю. Вест тут, эти видимость не, неплохая. Слышу, очень плохо слышу.
Если можешь уничтожить танк, уничтожай. Не рискуй. Как понял? Так, как карту посмотрим, что там нарисовали нам. Ух, какая красота. А танк где? Где? А, ну, в общем, собственно, вот он. Ха-ха-ха-ха. Ну, как я и ожидал. А не видно мне за 333-й грядой. Что там хотел видеть? А я лес вижу, вот эту вот 333-я высота, походу, перед Сосновкой. Наверное, вниз спускаться не буду. Березка. То есть я как бы ее вижу. Если у них настроено, то и они нас увидят. А, ну хорошо. Я потому что настроился 3 и вижу меньше. Да, у меня пятачок, поэтому. У меня какой-то КПВТ 14 миллиметров. Ну и чё? Не знаю, чё. Хорошая штука. Опа, опа, по нашему бьют. По-моему, раненый. Раненый вижу. Дымится. Воздух на 150. 150 воздух пролетает, уходит налево. Понял. Отстреливается. Ну, дымится. А воздух, что у тебя там? Сильно подбитый? У него связь хорошая сейчас должна быть с нами. Толчок. Сейчас, если взрыв будет, значит все. Я за ним уже не следил. Последние ловушки на сотне были. Так, а по времени мы сколько? Минут 10, наверное, уже едем, да? Наверняка. Да, над нами, над нами. Над нами прошел. А, возможно, вижу часть города на 120, 130, 130. Возможно, это часть города. То есть нам не стоит с этой стороны ехать? Скрыться за другую? Да, да, надо скрыться за другую. Или спуститься налево, или подняться выше направо? Да? Налево можно, там складка, но она опасная. То есть лучше бы за картой совсем? Лучше за картой, да. Сейчас это будет долгое восхождение. Ну, танки здесь не предвидятся. Если это так. Пока ты на малом ходу, я так немножко посмотрю. Это максимальный ход, это не малый ход. Ну, я понял. А точка СПГ что, подставная или что? Мы не знаем, ничего не знаем пока. Так, скрываемся, город не видно. Так и всё. Я не помню, разве тут СПГ был? Переносная. И этот, как его, Метис, по-моему, стационар. За карту уже уехали. Да, все, выравнивайся. Райс. Не, мы не... На 11 часов там это просто пыль была, да. Такое ощущение, как будто трассер пролетел. Как ты в такое маленькое окошечко все видишь? Какое вот? У него большие глаза. У меня нормально все видно. Главное не забыть закрыть, потому что уже один раз меня убивали через него. Так, вижу город опять на 90. Очень открыто. Похоже, что это город. Не могу сказать точно, он. Ну да, скорее всего, он. Сарай, может быть. Еще что-то. Вижу, подстанции нет. Подстанцию не видишь?
Нет, на 88 у меня визуально контакт. Да, опять скрылись. Такое чувство, что только СП доедем на место и будем действовать. С танком связь есть вообще? А хрен его знает. По меткам танк, сзади. Танк, да, танк сзади. БМПшка вроде где? БМП хер его знает. Так у нас... А, ну должен быть БМП. Там БМП и БЕ метки вообще не ставят. Где они? Что они? Доклада нет. Ну, БЕ-то известные. Дальняя связь у них, по-моему, никогда не работала. Я не ошибаюсь. Предупреждение, заполнив топливный бачок перед... А, перекрой краник на топливном фильтре двигателя. Паша, ты за дорогой следишь или ты надпись? Я просто жму кнопку. Она сама едет. Да, она сама едет. А у дорог фугас. Какой тут фугас? Максимум, что большой арма. Может сориентировать на 85 сейчас, что за пригорок, холм? Средний, густые населенности. А у нас на броне кто-то сидит вообще? Ну, на карте, может быть, кто знает, где мы едем, и сможет повернуться туда, посмотреть. Ты не можешь понять, где мы едем? Ну, вообще, на что я смотрю, так скажем. А, это, видимо, вот как раз район сарая. Так, меткий сбор уже подъезжаем. Так, какой-то городок у меня на 90. А, Павлова, видимо. Ну, мы спускаемся вниз сейчас, ничего не будет у тебя вообще. Почему можешь оставить? Остановиться? Чтоб тур пролетел. Это как раз, да, 276 высота. Визуально наблюдается отсюда. Я спущусь вниз, не хочу я птура. Тут зеленка уже тут. Туру вряд ли что-то либо сделает. Ну все, да, все. Зелена, да? Да. Выходим, наверное, да? Да. Так, это БТР, мы на месте, ждем всех остальных. Вы сильно не разбегайтесь, я без рации. Я тоже. Это вы не сильно разбегаетесь. Не, ну мы по карте, если что на карте пишите, мы увидим. Старый добрый обмен по карте. Этап снайпер еще. Ну, я ж не знал, что так получится. Еще снайпер с РПГ, офигеть. Ну. У меня такое ощущение, как будто звук справа идет. Mm-hmm. Танк меня едет слева. Слева он идет, и звук у меня слева. Там у меня опять все перепуталось. Цепь. Ничего слышать не буду. Это Урал едет вон. Наши, нет? Да наши, наши. А с РПГ-22 что, на точку прям стрелять или надо выше, как смухи поднимать? Там сетка же. Точка, по-моему... Там предустановка есть, стрелочка вверх-вниз, можешь ставить. Есть такое? Не. Ну, на 100 метров бей точку, будет, наверное, по-моему. А у меня не настраивается дальность стрельбы. Так ее рубанули тут. Как ее рубанули?
на эйсе рубанул. Это просто эйс не работает. АПЧ, даун, у тебя не ваниль работает. Не работает? Ванильный. Ваниль? А я не знаю, я в ваниль давно не играл. Ну, пейдж. Пейдж ап. Ну, раньше пейдж ап, пейдж даун. А сейчас? Ну, сейчас не знаю, сейчас не работает. Не выставляется данные. Ни... Ничего не... Ну, короче, с эйсом, что связано, вообще ничего не работает. Короче, бей по баллистике. То есть на 1000 метров прямо она бьет по верхней самой. Ниже там уже 1200, 1100, 1200, 1300. Да ладно. Я думал, она вообще метров на 300 стреляет. Интересно, если перезайти, починится, да? Нет, ну если перезапустить арму, может быть, починится. Может. Тогда я ушел в куст. Да. Если пока схожу, танк не случайно там. Ну что там у нас? Все сборы? Инвалидов много. Очень. В смысле? Без рации? Да. Короче, ребята на технике. Рация не работает. Да понятно. Че за нахрен? Да я не знаю. Че за... Так, а что у нас? Что мы имеем в итоге? В танке? В танке у кого не работает? Ни у кого. Вообще ни у кого нет. Вообще. Ну, как, у Energy пока... есть, походу, но он что-то говорит. У меня есть, но она не работает. Ты... В смысле, она у тебя открывается? Ctrl-P меню открывает? Ты не слышишь. А ты, может, я частота не выставлю, Волк? Частоту, да, выставил. Ctrl-P, стрелочку, выдели циферки, напиши частоту, там, какая у вас. И на ДВ тоже тоже. Я на ДВшке разговариваю, по частоте не работают. Понимаете? А ты кнопку тоже нёшь? Ctrl-Caps Lock нажимаешь, да? Ну-ка, скажи что-нибудь, раз, два, три. У тебя на КВшке какая частота сейчас стоит? О, раз, два, три. Ну, все слыхать. А я-то вас не слышу. А подожди, на ДВ, на ДВ. Так, давай, проверка. ДВ слышно, на ДВ. Все, вас слышу. Первого, второго. Нет, меня я-то вас не слышу. Вот, меня твой не слышно, а вот он походу нас не слышит. Energy. Раз, два, три, прием. What the fuck? Че-че-че-че-че-че. АВ. Че, блин? Чего? А ты вейв, шах или АВ? AV. AV? Нет, я не слышу. А у тебя в Steam аватарка вейв. Как волна, типа. Не, мне ничего не помогает. Ладно, хоть не вывод. Каждый видит то, что хочет. Такой он же, как я понял, не работает, да? У меня так друг, да? Шизофреник говорит. Короче, ни хера ничего не работает. Давайте запланировать отсюда. Да. А что делать, если я метров вообще не вижу на карте? Прикольно. Или их просто нет? А у тебя где переходил? Карта? У тебя где карта? У меня все время вылетало. Карта где? У кого карты нету и нету? Хоть сюда. У кого карты нету? Нет. Крипиту подойди, скажи. Подойди к крипиту. Иди сюда, возьми мою карту. Так, Energy, а скинь свою КВшку. Сейчас попробую снизить что-нибудь. Не, нету. Там труба в пэке лежит. Понятно, метки, значит. Так, паузу уйди. Остаются. Слышь, прайс. С меню у тебя, да. А, у тебя реабилитируют. Студент. Студент. Слушайте. Там труба в пэке лежит, не работает. Паша. Че-че-че. Подожди. Подойди, пожалуйста. Подожди. На SoWest. На SoWest подойди. Подожди, сейчас я настрою. Здесь человечек в чики-брики, видать, застрелил бойца, его надо реабилитировать. Что с тобой не так? Может быть, поэтому у него не видно меток. Крэз, у тебя есть пистолет? Бери, бери. Давай, еще раз, Крэз. Реабилитировал, да? Во, во, я давай. Его спустил.
А, просил, ну, микрофон не играть. Есть работают датчики? Нет вообще. Иди, кулышка. Так, хорошая, прикол. Нормально. Кто автор миссии? Ворон. Где ворон? Ему просто не подбить. Инфа не подбирается. Реабилитировать офицер может, я не офицер. Вы уже все, да, разобрались в этом плане. Так, а где ковышка? Зачитал, брат, только зачитал. Ты на чем ездишь? Шел, нашел. На БМП. Нашел? Так, что? Слышно? Краш, ТС. Ты не настраивал КВ. Отлично. Так, ковышка не настраивал, ковышка не слышался. Так, ну сейчас. Я слышу все рядом, а метод на карте не спросил. Олег, понесли обои. Ну, по КВ будем общаться, короче. Пакетик с ништяками у меня на спине. Так, все, репит. КВшку мы смогли настроить. У нас есть связь с танком по КВ. По УБМП связь есть кого-нибудь вообще в БМП? БМП вообще нет. У меня вообще ничего нет. Сейчас, даже секунду. Нет, ну БМП два человека. Один стрелок, водитель. Один человек, другой вылетел. Так, это... Так. По форме, второго. Возьми себе он стрелка какого-нибудь. А, так, значит мы здесь бросаем, скорее всего, все-таки Беттер. Пусть он остается здесь. БМПшку мы берем к спецназу. А танк идет с БЕ. Вот так будет, скорее всего. Так, ну все, давайте пакуемся. Или БЕ может взять, кстати, доехать в Беттер и на Беттер ехать. Так, где Беттер? Артиллерия готова. Беттер, вижу. Урал, так, БЕ, берите, короче, БМПшку. Урал, бросайте, берите БМПшку, мы спецназ на Беттере остаемся. Все. Все, Альфа, Чарли, вернее, грузимся в Беттер. Я слышу КВшку, по-моему, слышите? Ну-ка скажите что-нибудь КВ. КВ. Слышно. Прием, прием. Нет, или прием? Это просто какой-то микрофон был включен? Вот, Пашу нет. Сейчас я слышал, а В слышал, в рацию говорили. О, студент, скинь свою КВшку, кстати, а может я настрою сейчас? Я слышу. Да. Слышу. Она не открывается у меня даже. Танк идет с БЕ. Танк поддерживает БЕ. Это идет, короче, по черному маршруту будете наступать. Пока еще не выдвигайте, сейчас мы соберемся. Полный неразбериха. Так, как 107, да, у нас там? Да, да, да. Попробуй студент взять. Что у нас? Упал самолет, да? Ну-ка скажите что-нибудь. Слышите видимости? Тест раз, два. Слышу, но говорить не могу походу. Так, ну я также слышу и все. Ну отлично, значит при команды будете слышать, это хотя бы так. Так, а Хатап у тебя тоже, да, рация работает, да? Ну, или нет? Да, Хатап слышит. Я слышу. Ты ему настроил, да? Ну я репетирую. Да, 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 не мой. А, все, пакуемся, короче, пакуемся. Он только не мой. Так, ну все, мы готовы, начинаем движение. Пакуемся все. Беттер придется, наверное, бросить. Огонь открывать есть что? Нет, ну технику видишь вражескую, пехотинца с РПГ с трубой видишь, убивай сразу, то есть даже не страшно. Не, ну это понятно. Я имею в виду, ну да, понял. Угрозу убиваю, а это уже... Да, угрозу, а всякие такие бегают, кричат, улыбокают, ну хрен с ними.
Короче, если позицию нашу спалили, в принципе, огонь свободный. Да. Отошел, ребят, подсек. Как обуви от стены. Ехали в зону. Да-да. Ехали в зону, мужики. Так, все, предельное внимание. Техника, прием, предельное внимание. Мы в зону. Танк, меня слышишь? Танк, слышу. У нас стрелок слышит ДВшку. Что стрелок? Стрелок может слышать ДВшку, но не может разговаривать. Главное, чтобы команда слышала, а ты можешь докладывать, что вы там видите, со что-то срочное. Там параллельно базарит. Слышишь, Паш? Параллельно? Да? Нет, я ничего не слышу. Голоса в голове? А, это БТР, походу, это дальний нас, я настроил кто-то. Так, танк, еще раз, что там вы говорили? Я говорю, похоже, тоже ДВшку слышал. Ладно. Ой-ой-ой. Дерево. Так, надо, наверное, левее брать. Ты мне, если что, так... Карта, если у тебя есть, говори, где возможная угроза. Вот что-то уже на 80. Ну, у нас на... 40 на 66 на 50 может быть. Может, сараюшка уже какая-то виднеется на 70. В Павловке. А, Павловка, ничего не понял. Будет. Это мы на Павловку выходим, там ничего никто не сидит никогда. Там мины ставят только на дорогах. Да, кстати, танк на по дорогам не катайтесь, мины могут противотанковые быть. У них есть противотанковые мины. Бе. Это все танк, все. Нам пересекать поле. Вы с БЕ совместно действуете. Туда я ушел один на крышу. Да, давай. Если можешь настроить к нему ходить на крышу. У нас здесь труба у Хатава, у студента и все, да? У кого-то еще. У меня две трубы с собой, могу передать. Ну да, нам, наверное, лучше разделить. Сейчас мы выйдем. Метка, я же говорил, они с юга пойдут. Уже нету. Ну только что на карте был. Нас обнаружили? Не, видимо. БЕшник. Ну, посмотри в метках, кто ставил в общий канал. Хуман. Хуман, по-моему, с нами, нет? Нет, Хуман. У синих. Надо поле быстро пересекать, что тут не будет. Да, репит, смотри на 51, вот эту зеленку. Я вижу, да, я понял. Ну, короче, наверное, вот как, вот здесь вот на этих елках бросим бетер. Дальше пешочком, а мы... да? Слушай, а мы же по черному должны были, да? Да. Это я не туда поехал. Все перепутал. Уже запутался. Вот поэтому КС должен сидеть где-то там в какой-нибудь хрени. Да, и пешками руководить. Да, а то и отделением командовать, и КС-ить, и еще бетер управлять, ну вообще, многостаночник. Да как Цезарь, да. Да. Еще все это быстро делать, главное. Так, а... Там тебе не помогу перезапуск армии. Нет, там не по. То есть какая-то инициализация идет на
Не могло ли это быть после того, как маркеры начали работать новые? Вот я вот про то, что маркеры мы, скорее всего, поставили вот эти, они вышибают. Может вернуться вообще на старые совсем. Да, да. Лога не будет там, кто это ставит, кто поставил. Ну и хрен с ним, по крайней мере, не вышибать не будет. Ты-то видишь, да и все. Ну нет, он в этом, в логе на сервере пишет. Так, может мы не сбросим уже? Я не знаю, где мы находимся просто. Рубик-то стоит. А, ну да, да, надо. Все. Даже уже. Бросила. Вверху 18-ю атаки. Я так думаю, что нам не пригодится. Да у меня есть. Тогда там припитываю. Может, там, кому да, трубу? У меня у кого просто... нет трубу, у кого нет трубы, отдайте тому, кому нет трубы. Бросил. Там едет наш танк, что ли? Может быть. Прием танк, вы едете, да? А, понял, вы ответить не можете, все хорошо. Танкисты. На себя меточки тогда обновляете, если вот, не можете на, говорить. На сейчас новая ветка, ветка вот она, то есть где мы находимся там. Понял. Так, все, движемся вперед, смотрим. Там метку вроде дали репит. Он рядом с нами. Эвенджер. Да, кстати, он Эвенджер. Не, ну на танк имеется в виду. Так, а что там были? Предлагаю метка на Эвенджер старая. Метка на Эвенджер старая, еще с самого старта миссии висит. Ну мы сейчас выйдем из-за пушки и проверим. Если они сбились, может они скорее всего переместили его где-нибудь ближе к центру. Да, да, да. Наш опыт переход. И идем вперед. Лазим цук. Сильно из леса не вылазим. Как только начинает. Как только начинает прорежаться лес, восстанавливаемся. Там же американцы или кто там? Нет, ЧСУшники. Как у нас? Вернее, не как у нас, но похоже. Смотрю по горизонту. Я на шепоте? Наверное. Так, на 40 сейчас пройдем со студентом вместе. Остальные остаются здесь. Мы разведываем. Если по нам смотрите слева летит что-нибудь, значит там все-таки Эвенджер есть. Так, студент, подожди, я сверну арму. Все, пошли. Смотри, что я вижу. Ой, это дерево. Дальше. Паш, мы вас потеряли из виду. Мы на 40 прямо ушли, вот не я поднимались понял, я по склону. Мы вас никак не прикроем уже. Понял, ну подтягивайтесь немножко, потихоньку. Сильно не приближайтесь, но тоже двигайтесь. А, там
если слышал, нет, танкисты, БМПшники ожидают, стоят. Понял. Ну мы сейчас дойдем до пушки. Так, тут уже все открытое пространство. А дальше либо бегом на электростанцию, либо стоять, втыкать, ждать, когда танкисты проверят. Я бы, если честно, занял бы сначала электростанцию. Малыми силами, там 2-3 человека. И подождать, когда танк вражеский вылезет. Да, наши пускай тогда стоят, наверное, грузовые силы. Ну все, давайте мы со студентом, короче, идем занимать. А вы потихоньку идите за нами. Стоп. Стоим. У вас трубы, куда вы собрались? Вы против, ну, вы в том числе и против Эвенджера, и против этого. Ну, возможно, я пойду, у меня тоже труба есть. Вы, кстати, может быть, спрячете их под это? Нет? Все, спрятал. А кто там студент за нами идет? Репит. Да, репит. Ну да. Ну все, пошли, студент. Вы пока наблюдаете. А где там хата, где все остальное? Я вижу немножко сзади. Там сильно не разбредайтесь. Давай на ноль до елочки дойдем. Сейчас я оттуда посмотрю из елочки, из этой, на зеленую гору. Эви, у тебя оптика? Да, оптика. Настройку сейчас посмотрим заодно. Поглази-ка на Саур. Кто там на летажке, вот эта вся ерунда, куда они пройдут. Желтый домик там вдали. Посмотрю настройку. Пока чисто. Вот я не пойму, что-то на зеленой горе на склоне, то ли камень, то ли этот УАЗик с ЭГСом стоит. Прям пойму. Сейчас посмотрю. Ща, Паш, погоди секунду. На 70. На склоне. В елках прям стоит, непонятно. Да камень вроде. А, репит, не вижу, да, не вижу. Ни черта, у нас тут этот хатак, по-моему, сообщает, что возле коровника разбитый эвенджер без колес стоит. Это уже хорошо. А цель, о которой ты говоришь, я не вижу. Понял, так, студент, давай двигаемся на 20. Там есть маленький заборчик, ты мы справа, чтобы он нас был. Тихо, что-то движешь на крышу какой-то. Стоп тогда. Ничего не слышу. Да, тоже вроде слышу справа. У меня справа ухо слышно какое-то легкое движение техники. С этим не отвечают засранцы. Они вроде бы ушли на рацию БЕ. Попробуй выйти на их ТКВшку и спросить. И да, у нас в обороне здесь есть помзы, поэтому подвиги тоже смотрим. Все, студент, пошли. На 11 часов елки посматривай там кто-то быть. А я пока под ноги смотрю. Так, большую дырку мы не полезем, наверное. А мы в заборчик пролезем с правой стороны в дырочку. Пошли туда. Свои там бегали, свои. Так, наблюдаю вас. Если что-то полетит со сарая или сейчас с этого...
Вы скрылись, зафиксируйтесь, вас не видно. Понял, все, стоим за забором. Квадрат взяли. Так, ну сейчас, короче, студент, пакуемся здесь где-нибудь, укрепляемся, сейчас полезут. АГС полезет, скорее всего. Давай. Может быть, это ну, выходим. Отступите, наверное, обратно, откуда пришли, там безопасно. Ну здесь укрытие, да. Ну да, согласен. Все, уходим. Снайпер, подтянись к репиту. Дальше на 40. Так, давай здесь его как-то заселим. Подтверждаю. Сейчас метку дам у нас. Там что-то запрашивают отрабатывать куда-то по зоне. Запрос делает. Отменить. По какой зоне? Сейчас. Просто по зоне хотят отшмалять. Я, короче, скажу, чтобы это не палились, пока сидели. Так, строечка. Наша любимая строечка. Наверное, камикадзе там нет. Куда танк хотел, я так и не понял, отработать. Да просто они хотели по зоне, я им пока отбой дал. Не надо палить, сейчас смотрим движение вообще пехоты, техники. Короче, предлагаю пройти дальше, взять следующий квадрат. Хорошо, Паш, давайте. Пошли. Заходим. На подстанцию заходим. Так, отсюда, наверное, захватится. Второй квадрат ваш. Так, валим отсюда назад. Сейчас пойдем зеленые дома захватывать. Это нас. Паш, подожди, нам нужно будет на 40. Вам прикрытие обеспечить. Да, вы уже заняли. На позицию выйдем повыше, чтобы хотя бы видеть, куда вы будете идти. Угу. Так, снайпер хатат там. И кто у нас еще? Соптика ТВ, по-моему. Давайте потихоньку будем смещаться на запад, аккуратненько, очень аккуратно. Потому что нам еще в спину могут долбануть. Может, они все-таки нерешительно по нам пострелять? Да не будем свой план погать. 60 минут пока прошло. Мы по своей, со своей позиции, но мы уже себя спалили. Мы отсюда постреляем, если. Может, они вообще там заснули? Мне кажется, они под станцию тупо не держат, все в центре сидят. Может быть, кстати. Иви там хатап на 3 часа от нашей позиции, какое-то строение аккуратней.
Что-то я уже мандражировать начинаю. Спокойно, пока ползем. Сейчас подползем. Займем какие-то более-менее нормальные позиции. Так вообще вам ничем не поможет. Ну что, не в центре сконцентрируйтесь, все сидят там. Там же Тимак типа дохера что заминировал, ребят, так что там аккуратно надо будет проходить. А, у нас бои не проверяли сарай еще? Ну, по всей видимости, нет. Хорошо, сейчас я посмотрю отсюда. Какую-то хрень наблюдаю у входа, там непонятно. А? Прямо в этих дверях стоит, торчит что-то, или это просто бук. Это ящик там, который за лестницей. Да, короче, это ящики, да. Ну, Тимака мы на пункт не возьмем, он будет сидеть, пока мы не покажем свое. По нам бьет снайпер, по-моему. Снайпер работает по нам. По вам или по нам? Не, по вам. Откуда? Откуда бил? Мне в спину бил, когда я сидел. Короче, с горы на... Где-то с 340 где-то примерно. Да-да. От нашей позиции. Снайпер бил. Как понял, репит. Немного обновил. У меня ощущение, что он где-то с 333, вот это, с от тебя на северо-запад, где-то оттуда долбит. Совсем сверху? Ну, мне такое ощущение показалось. Студент, короче, сидим, смотрим по сторонам, он выползет, бьем. Наш? Я не думаю, по студенту со спины били, когда он снял. Есть контакт ко мне, Ви. Азимут 350, движение на склоне горы, кромка леса, метров 50 чуть выше. Вижу, да, вижу. Уходит 330. 45. Ну, наши. Да, я стреляю по нему. Ушел в низину. Все, оставляйте его, уходите на другой план. Берем, короче, зеленые дома. 50, которые. Все, оттягиваемся обратно на свою базу. Мы там окапываемся в этих домах, короче, сейчас. Да вы по какому направлению идете?
50, вверх поднялись сейчас, квадрат еще выше займем. Взяли. Что там, БЕ делать что-нибудь будут, или мы, они ждут нас еще? Ну, они команду ждут, скажи, я им передам. Ну, пусть проверяют сначала сарай, заходят туда, потом уже там вытягиваются. Пехоты, танком, да? Долбят, да-да. Не, ну проверяют, пехота проверяют. Я с этой позиции очень хорошо отсюда все наблюдаю. Танка не вижу пока. Скорее всего, с нашего направления танка не будет. Он именно будет с того направления, откуда метка была поставлена. Сарай смотрю. А вилки сидит возле сарая, тело какое-то. С восточной стороны. Возможно. Что возможно? Он лег. Там тело лежит, стоит, вернее, стоит. Оно не стоит, это на колени сидит. Лег, встал, это он был. Ясно. Короче, мы со студентом сейчас следующий квадрат попробуем взять. Давайте, но не забывайте. Ой, по нам бьют. По студенту бьют. Вероятно, кто-то. Вероятно. С крыши. Это красный дом с крыши. Лежит снайпер там. Ранен, перерезал. Пугаю. Перезаряд. Полз. Зря, можно было его снять. Которая сразу застройкой. Понятно, что застройка, сейчас попробуем. Тот край, который выходит в сторону электростанции. Так, студент там... жив, студент еще жив. Полкорпус развешивался. Полкорпус торчал, поэтому его можно было снять. Буду вытаскивать сейчас. И вытаскиваю студента. Задание, может, она по крыше отработает. Да, пусть он работает, всю технику пусть втягивает, и техника внимательно смотрит. Сильно не долбит, но и аккуратненько. Сейчас студента полечу, будет как новое. Ну и пусть танк наготове будет. Паш, дым твой? Да, мой был. Я ушел оттуда уже. Ну, вернее, я рядом. Танк должен появиться. Вражеский.
А вот и я. Да. Как новики. Подожди, сейчас ноги вклю. Крутим ноги. А у тебя тратится медицина, когда ты мне вкалываешь? Да. Я тебе тогда ее сейчас передам все. Да, у меня есть, у меня полный рюкзак. А, ну смотри, просто если тебя ранят, я тебя не смогу починить. Ну ладно. На метке снайпер ушел сюда, там движение наблюдаю. Но похоже, как будто наш. Как будто наш, ну, постреляй. Наших не должно быть. Ну, попугай, в принципе, либо оставь его, веди просто. Веди его. Если заляжет в нашу сторону, будет выцеливать, тогда пугай. Рядом постреляй, чтобы он здесь никаких не будет. Надо метку сейчас обновить. Поставил на себя, вопрос, а ты сейчас нас отработаешь там, свои. Но он ушел, сейчас я не вижу его. Угу. Не мешает ельник этот, если печку повыше был. Нет, там наших не должно быть в этой местности, вообще не должно быть. Пушка, выстрел, пушка, выстрел. БМП сгорело. Сзади, да? Сзади. Походу били с репита на 320, показалось мне... Ясно, объехали. Объехали нас, ясно. Но это не факт. Настройки там на это подавили до человека, который нас обстреливал? Ну, вроде да, БМПХ подавили. А студент, давай кину дым, пойдем туда. Давай. Так, по медицине тебе точно ничего не надо, да? Застрял. Сейчас кину дым, побежим туда. Говорят, что прайс уничтожили. Уничтожили? Наших убили? Так, все, пошли. Мы бежим на оранжевый дом. К одиноко стоящему домику. Привет, сюда иди. Какая жизнь. Нет, я ранен. Съел, когда убили, передай. Ты не сможешь передать. Ты убил его? Ну, хатап, да, стреляет по нему. Надо уходить отсюда, потому что нас уже обнаружили очень хорошо. А с Пашей вообще связи нет, походу, да? Он... Да, скорее всего, там его снайпер положил. Там кто-то в низине, я вижу, стоит, что ли, или... По мне.
Ну, у нас просто мега-танк. Чё там? Это классно, стало в лесу. А-а-а. Палит Тимат? Огонь. Нет, наш танк. Кочегар, да? И Energy. А они сгорели уже? Нет, они как раз живые. А Тимак и Ворон, они нагибают. Кого нагибают? Нас. А-а-а. Километров на 5, блин, взял, пристрелил обоих. А это они жахнули БМП? Да, и они БМП, и нас двоих еще там под кустом жахнули. Это все-таки Иванчик был в этом сарае, а мы думали коробки. Во-во, я и говорю. Иванчик в сарае, да, мы с ним толпусили какое-то время. А он бегал вокруг танка тут только что, в упор его не увидел. А смотри, это, знаешь, что я видел, студент? Это УАЗик стоял под лестницей. А, я думал, коробки. Это гребаный УАЗик под лестницей. Я же говорю, что-то там есть. А обычно просто коробки там стоят, я на них подумал. Да, я тоже знаю, да. И а они с другой стороны, там... короче, стоят. Нет. Ну ничего, мы зато квадрата сколько отхавали. Так, короче, опять на час будет теперь посидел. Да не-не-не-не-не. Ну что-то красных-то мало осталось как-то совсем. А как этот спалился самолет? Сыпал с Авенджера. Че, неаккуратно опять, да? Не, он как-то летал. Уже подбитый. Короче, я на УАЗике на АГС в центр города заехал, ага. Он мне залп дал. И после этого его, походу, Иванчик сбил. Не, вроде он бификс с этого, с пузырькой. Он в него, видимо, попал и ранил, а Иванчик его, видимо, добил. Потому что он сказал, что, типа... А у него есть стрела там где-то валялась, я не знаю, где-то была. Да. Буду в туалет сходить. Смотри, походу, до сих пор шок. Что-то Иванчик через тебя положил, но что-то не помню, там уже... Да он его не видел, он сейчас там. Куда не видел? Кого приветствуем? Че, и танка нету? В мире трупов. И горшок. Откуда? А чем его вообще? Взрывчаткой, походу? Не, его с танка ебанули. А. А Тимак где? Тоже мертв, что ли? А, я живу. Танк полкоманды перещелкал. Блять, так и знал, что он там стоит. Все, короче, рубить надо. Шансов нет. Да не, может, что-то и сделают. Их трое. У них танк. Четверо. Короче, арму пока перезапущу. А. Я троих. Это бот. Трое против семерых на танке. А чё, они не слышали, откуда танк, что ли, стреляет? Он вообще как-то непонятно стреляет. Так я не знаю. Тут только белый экран видел. Нет, две. Трепит минус. Так, что там все? Это без шанса. Танк слился. Танк слился. Хорошо, говорит. Сотрём башню. БК. Репит недобиток. А кто его подстрелил? Лорен. Понятно. Кто там нам заходил в спину? Подстрелил и убежал.
Садист. Не, ну тут уже, в принципе, смысла нет. Вот я рулить, тоже. Репит без сознанки. Его что, пострелял кто-то? Да,